названы лауреаты премии Эмми. Лучшим сериалом был признан рассказ «Служанки». Состоялось традиционное вручение премии Эмми, которую ежегодно вручают за достижения в области телевизионных шоу и сериалов в США. В этом году главную награду получил сериал «Рассказ служанки», а в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» победу одержала Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в этом же сериале. Лучшим комедийным сериалом был признан «Вице-президент», а лучшей актрисой в этом жанре стала Джулия Луис-Дрейфус. Она удостоилась этой награды в 6-й раз подряд. В номинации «Лучший актер в драматическом сериале» победителем был признан Стерлинг Браун, снявшийся в сериале «Это мы», а в категории «Лучший комедийный актер» лидировал Дональд Гловер, сериал «Атланта». Лучшим мини-сериалом признана работа «Большая маленькая ложь», а исполнившая в нем главную роль Николь Кидман получила приз как лучшая актриса в мини-сериале. При этом лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, стал Риз Ахмед за работу в мини-сериале «Однажды ночью». Также были названы победители в категориях лучшего актера и актрисы второго плана в комедийном сериале. Лидерами стали Алек Болдуин и Кейт Маккиннон. Ранее корреспондент Нет сообщал, что Украина выдвинула на Оскар фильм «Уровень черного» режиссера Валентина Васиновича. Названы лучшие сериалы года. По материалам сайта news.com.